Приветствую вас на моем канале. С вами Лилия Донскова. Сегодня у нас будет видео по прическе. И оно будет актуально для тех, у кого длинные волосы или у кого есть девочки, доченьки, для которых вы хотите делать красивую, простую прическу. Итак, с чего начинаем? Нам нужно будет несколько вот таких вот крабиков для волос, расческа, массажка и... волосы? В общем-то, все. Волосы должны быть хорошо расчесаны. Потому что мы будем плести, делать интересный жгутик такой. И нам нужно, чтобы волосы не путались. Смотрите, я начинаю с этой стороны. То есть у меня волосы на рядок распадаются. Я беру прям пальцами, вот так рукой отделяю прядку волос небольшую. Можете ее причесать. Но, в общем-то, я считаю, что в прическе не обязательно, чтобы она была вылизанная, прям не знаю, какая аккуратная. Смотрите, дальше я пальчиком вот так вот отделяю прядочку небольшую и делаю такую скрутку. То есть, смотрите, верхний жгутик я держу, а этот перекручиваю и перехватываю. Теперь тот, который был сверху, у меня оказывается внизу. К нему я чуть-чуть добавляю еще волос и делаю такую же скрутку. Опять жгутики меняются местами и так далее. То есть я двигаюсь по форме головы, буду так вращаться, потихонечку поддеваю, перекручиваю. И дальше мне нужно будет перекинуть волосы назад, чтобы продолжить скрутку. Рукой вот так вот проверяю, все ли волосы лежат ровно, чтобы ничего не топорщилось. Кстати, по поводу высоты жгутика, вы сами определяете, где он должен у вас быть, располагаться. Можете делать его чуть выше, ниже, тоньше жгутик, толще, то есть как рука берет. Дальше я продолжаю скручивать, то есть поддеваю небольшую прядку, перекидываю, держу, это опускаю вниз и так далее, продолжаю. Видите, как просто, то есть никакого плетения особо и нет. Вот здесь я дошла до места, где у меня будет основная масса волос. И то, что я проплела, мне нужно закрепить. То есть я беру крабик и закрепляю так, чтобы он не развалился и немножечко у нас подержался. Беру теперь вторую часть. Все у меня расчесано должно быть. То же самое. Небольшую прядочку отделяю, поддеваю вторую, перекидываю, отделяю, перекидываю. То есть, в принципе, можно это делать даже не глядя в зеркало. Это очень удобная такая техника, когда нужно на голове сделать быстренько какую-нибудь прелесть, и при этом нет особо времени, и не надо идти в парикмахерскую, то есть сами себе парикмахер. Вот что получилось, то есть жгутик. Сюда перекрутился. Теперь я отпускаю скрепочку, крабик, и соединяю. Так вот тут чуть-чуть не докрутила. Сейчас еще один заход сделаю. Так, все должно быть хорошо. И теперь делаю вот такую скрутку. Так, и волосы разделились на две части. То есть смотрите, у меня получается два жгутика. Теперь я их перекручиваю между собой. Просто кручу. Это очень просто делается. Вы засекли времени? По-моему, уже 3 минутки еще и с объяснением. Обычно я это делаю на ходу. Закрутила. Вот у меня до конца. Беру какой-нибудь тоже крабик или резиночку и соединяю. Отпускаю, немножечко он ослабляется, но жгутик не раскрутится, то есть он так и останется. Остается поправить челку, немножко так ее в сторону, чтобы она лежала. Так, тут расправляем, проверяем, и вот что получилось. Такая вот милая коса жгут, которая, она, конечно, лохматится быстрее, чем плотная коса, но ее легко переделать, если уж вдруг вас застал врасплох ветер, ураган и так далее. Зацените, как сзади. Может быть, конечно, чуть-чуть где-то неровность, но это совершенно не страшно. Можно чуть-чуть так даже ослабить жгутик, чтобы был больше объем. Вот что вышло. Надеюсь, у вас получится так же легко и просто, как у меня, сделать.
оригинальную, легкую, простую прическу на каждый день. Даже, в принципе, если ее украсить цветами, это может быть парадно-выходная прическа. Жду ваших отзывов. Если видео полезное понравилось, ставьте лайк. И до новых встреч на моем канале. Подписывайтесь. Пока-пока. С вами была Лилия Донскова. GoPro Stop Video.